Окей, всем привет, дорогие друзья, с вами Дима Скромник, Марк Мир, Фокси и кто-то. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас Пиццерев на F1, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Привет. Все мне написали в личку, чтобы я записал рубрику «Аниматроники пугают охранника». Сегодня я буду аниматроником, если вы пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем всех мочить. А, нет, он тут. Наконец-то, ребята. Надеюсь, вам понравится, вы подпишитесь на канал. И поставите лайк, если кролики выходят каждый день. Так, побежали, побежали. Ай-яй-яй, жлоб вонючий. Ну все, ого. Мне не жить-то, ты знаешь, кто я. Я профессиональный убийца. Кого чего? Закройте дверь, короче, мне. Отлично. Так, я буду здесь, возле двери, возле окна стоять. Так, сами себя мочат. Ах ты жлоб. Я побежал, чтобы сдвинулся, нету, не было и не будет. Так, надо дать какого-то другого аниматроника. Так, 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 ребята, сейчас. Вот! Где? Вот здесь, вот он. Где? Я лезу, я лезу. Куда ты там лезет? О, привет! Что такое? Откуда? Ай, блин, как всегда я веселюсь. Откуда, где, еще, когда, почему, зачем? А где? Так, 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 шкеримся, ребята. Надо их по красоте как-то убить еще разок. Может, на кухне? Ты нам случайно этот уборщик не смотришь? Не-не-не-не-не. Ну все. Я вам засаду сделал. Сейчас кто-то сюда будет заходить, я буду мочить. Убиваем его. Он нам уборщик не сделает. О, привет! Ой-ой-ой, все, я побежал отсюда. Да не, страшно, врубай. Да все. Я охраняю проход пиццерии, чтоб никто не вышел. Хорошо. Живой отсюда никто не выйдет, можете даже не переживать. Окей. Я приму Фокси. Свои Фокси красавчик. Мои секретные разработки сейчас. Опа, привет. Воу! А, это вот так, значит, да, ты решил со мной? Да, да. Я что, не понял, что ты хочешь прям жестко. Так бы и сказал. Да. А что, так можно было? Ну, конечно. А-а-а. Тогда давай пожёстче. Всё, ну. Димас, ты не пройдешь. Пока. Ты чужого даже можешь мочить? Сейчас я еще раз чужой сейчас придет, замочит тебя и уйдет. Понимаешь? Я что-то как-то не уверен. Не бойся, не бойся. Я сделаю привет. Твою смерть очень быстрой. Ой, я побежал. Отлично. Ну все. Супер сверхсекретная разработка, которая уничтожает с первого вы. Так, отлично. Все, Димас, ты не я пойдешь. Наблюдаю за вами, как вы тут ходите. Сверхсекретная разработка в бой. Ого, у меня хвост, ты сильно палевный из-за хвоста. Ого! Где? Че? Оп! Бада-бум. Кто-то сдох. Ой. Я вижу. Где че? Оп! И назад. Я потихонечку, ребята, это делаю. На стенке лазит. В стенке лазит? О, как тебе не стыдно в стенках лазить? Эй, отвали! Бра. Чпоникс? Я сдал. Я скрыл. О, блин, а мне мина залипла. На нем мина залипла. Его так будет легче обнаружить. Конечно. О, привет. Ах ты жлоб! А, вот так, значит, даже так. Да, почему бы нет? Где же? Пацаны, все в оба. Ой! Слышь? Офигел? А, ты во мне, да? Нет. Я умер, а как это? Я должен был в тебе быть. Нет, я тебя успел убить. Да? Да. Хорошо. На тебя, кстати, бомба была. Поэтому я тебя так быстро обнаружил. Скраб Бэби бежит! Привет.
Фокси здесь сегодня, я вижу, жесткий, да, чересчур у нас. Да. Надо тебя как-то наказать. Я знаю, кто тебя может задержать. Давай, кто, давай. Я иду. А, ты же админский Где? Пистолетом, да, будешь постоянно теперь? Я. Не, пока ты еще один раз не проиграешь, я буду... Один раз проиграешь, монетку возьму для облегчения. Ах, лол. Так. Шкерюсь, потихоньку, чтобы они меня не увидели сразу. Я же аниматроник, я должен по красоте резко убить. Понимаю. Рекмер, зачем? Тебе повезло то, что я вылетел. Ай-яй-яй-яй-яй. Да блин, вы облажные эти вонючие гранаты сделали. Я не могу подойти. А, вот так, значит. Пацаны, а вы где? А, мы в комнате. О, нет! Ай-яй-яй-яй-яй, вы что творите? Вали, Димка, вали. Чересчур они там хотят меня убить. Ой, блин, вместо стоп-стоун хил прописал. Ну чё, пацаны, ПВП готовы? Так. Сейчас подождите, я сейчас к вам это подойду. Давай, выходи, Димас, я тебе сейчас. А, вон он, на кухне. На кухне? Я на кухне? Я иду. А, нет, он в комнате охраны. Нет, я не знаю, где он. Я тут. Где тут? Где он? Я хочу уже устроить брэ. Как это в меня? Да я видимый. Я видимый. Багди. Да как они мне... Ай-яй-яй. Я его нашел. А-ха-ха-ха, вот это мочилово. Он под столами лазит. Под столами? Да, я был в главном зале под столом. О, привет. Ой. Уйди отсюда. Разбойник, умри. Разбинок. Бежим. Красную вонючку. Вот это война у нас. Ну все, супер сверхсекретное оружие. Вот так ты со мной, значит, да? Да. Хорошо. Что такое? О, привет. На нем до сих пор бомбы липучки. Да вы бомбами приклеили эту говняную. Марк Мир, взорви Димас, у тебя должна бомба липучка быть. Такое. Я палюсь сильно. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. А, ты в комнате охраны. Он в коридоре. Где? На, друг друга мочат. Убили, красавчик. Понял. Хорошо. Кстати, тебя палит тень от фонарика. Да? Она тебя жестко палит. Прям вообще реально. Ну, контур. Хоть как-то меня можете обнаружить. Димас, я вообще ни разу его не увидел. Я плюс трап. Бра. А ты плюс трап, где ты? Я плюс трап, да. Знаете, пацаны, давайте сделаем стычку, я вас жду в комнате, давай. Где автоматы игровые. А, комнате, я знаю, где автомат. А это где? Вот тут, вот он. А, подожди, всё, я понял. Так, они меня чекают, простреливают. Ах ты ж злоб! Да как ты меня... Я думал, так на крысу буду стать, а ты меня не увидишь. Я позвал вообще самого злого аниматроника. Давай. Вы готовы с ним? Без админских пистолетов сможете справиться? Да. Монеточки в бой. Монетки в бой. Андрюх, давайте честно играть. Я с монеткой, все честно. Это админская. Так. Привет. Как делишки? Бра. А где он? В комнате охраны сейчас был. Сейчас не знаю, куда ушел. А, вон он, это где? Увидел, да, видя? Да. Ай-яй-яй. Я Марк убил. Офигеть, что вы творите. А что бы... Огромнее. О, слушайте, он сзади был. Не было меня там. Не убьешь ты меня никак. Блин.
Че там ржешь? Да блин, у меня монетка. Так, ты так. Ах, ты ж лоб. Он летает сквозь текстуру. Да не летаю, я тут бегаю, а вот теперь летаю. Вы меня разозлили. Он в офисе. Ну валю, 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 валю. Фигарьте Димаса, фигарьте Димаса. Да вы не убьете ни монетка, ничем. Уверен? Да, война. Бра. Где-то там, в главном зале, да? Ах ты ж лоб, не летай! Так, сейчас мы режим полета отключим. А, ты скромный. Так. В смысле, я? Не, не зацепил. А, зацепило! Ой. Я не понимаю, где он. Монетка просирает твоя. Там в комнате! Маньяк тут был! Я валю. Я валю, я валю, я валю. Ой, где? Тихо, успокойся! Чё такой псих? Иди сюда! Я хочу взять аниматроника другого! Да вы психи! Вы психи какие-то! Ой, я не туда зашел. Бра. Ну а ты чё хотел? Ой, я знаю, что я его убью. Так, 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 так. Готов, Димас, к неимоверной смерти? Давай. К быстрой смерти, вообще, моментально. Не, не убьешь. Думаешь? Это где такой? Вот у меня такой вопрос. Подожди, кто где, чё, когда? А, понимаю. Чё такое? Невидимый. О, о, привет. Привет, Димас. Пока, Димас. Бра. Димас невидимый на сцене стоит, я вижу его. Да я не аниматроник, который на сцене стоит. Это я, Бонька, вот я, друг его. Растерли меня в порошок. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.